Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4. Урок 13. Найди значение выражений. Находить значение данных выражений удобно использовать умножение в столбик. 752 умножим на 128. Запишем единицы под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями. Начинаем умножение с умножения единиц. 8 умножить на 2 будет 16. 6 пишу, 1 запоминаю. 8 умножаю на 5 будет 40, да еще 1. Итого 41. 1 пишу, 4 запоминаю. 8 умножаю на 7, получаю 56, плюс 4 – 60. Получили 6016 единиц. А теперь умножаем десятки и записываем их со сдвигом на один разряд влево. 2 умножить на 2 будет 4. 2 умножить на 5 будет 10. 0 пишу, 1 запоминаю. 2 умножить на 7 будет 14. Да еще 1. Итого 15. 1504 десятков. А теперь умножаем сотни и записываем их со сдвигом на два разряда влево. 1 умножить на 2 будет 2. 1 умножить на 5 будет 5. 1 умножить на 7 будет 7. А теперь сложим полученные результаты. 6, 1 плюс 4 – это 5. 0, 0 и 2 – это 2. 6 плюс 5 – 11 и плюс 5 – 16. 6 пишу, 1 запоминаю. 1 плюс 7 – 8, да еще 1 – 9. В данном примере у нас получилось 96 256. При записи данных примеров очень важно записывать в каждую клетку по одной цифре. Это поможет вам избежать ошибок. Запомни правило. В каждой клетке одна цифра. Чтобы все получалось очень аккуратно и цифры не выезжали из своих намеченных мест, и получался правильный ответ. Помни это правило. В каждой клетке одна цифра. Это поможет избежать ошибок. Пример номер 2. 246 умножить на 496. При умножении в столбик умножение начинаем с единиц. 6 умножаю на 6, получаю 36. 6 пишу, а 3 запоминаю. 6 на 4 – 24, да еще 3 – 27. 7 пишу, 2 запоминаю. 6 на 2 – 12, да еще 2 – 14. 1476 единиц. Умножаю десятки. Записываю их со сдвигом на один разряд влево. То есть пропускаем одну клеточку под единицами. 9 умножить на 6. Получаю 54. 4 пишу, 5 запоминаю. 9 умножить на 4 будет 36. 36, да еще 5, получается 41. 1 пишу, 4 запоминаю. 9 умножить на 2 будет 18, да еще 4, итого 22. 2214 десятков получили при умножении данного числа. А теперь умножаем сотни. 4 сотни умножаем на 246, а результат записываем со сдвигом на 2 разряда влево. 4 умножить на 6 – 24. 4 пишу, 2 запоминаю. 4 на 4 – 16, да еще 2 – 18. 8 пишу, 1 запоминаем. 4 на 2 – 8, да еще 1 – 9. А теперь сложим полученные результаты. 6, 7 плюс 4 – 11. 1 пишу, 1 запоминаю. 4 плюс 1 – 5, да еще 4 – 9, да еще 1 – 10. 0 пишу, 1 запоминаю. 1, 2, 8 и 1 в уме, всего 12. 2 пишу, 1 запоминаю.
2 плюс 9 – 11, да еще 1 – 12. Получили 122 016. Пример номер 3. 405 умножить на 527. При умножении в столбик умножение начинаем с единиц. 7 умножаю на 5 – 35. 5 пишу, 3 запоминаю. 7 умножаю на 0 – будет 0. Да еще 3. Записываю 3. 7 умножаю на 4 – получаю 28. 2835 единиц. А теперь умножаю десятки и записываю их со сдвигом на один разряд влево. 2 умножить на 5 – 10. 0 пишу, 1 запоминаю. 2 на 0 – 0. Да еще 1 – 1. 2 на 4 – 8. А теперь умножаю сотни и записываю их со сдвигом на два разряда влево. 5 умножить на 5 – 25. 5 пишу, 2 запоминаем. 5 на 0 – 0, да еще 2, получаю 2. 5 на 4 – 20. А теперь сложим полученные результаты. 5, 3, 14, 13, 1, 2. Получили ответ 213 435. 906 умножаем на 358. Умножение начинаем с единиц. 8 умножить на 6 получается 48. 8 пишу, 4 запоминаем. 8 умножаю на 0 будет 0. Да еще 4 пишу, 4. 8 умножаю на 9 – 72. 7248 единиц. Умножаю десятки. 5 умножить на 6 будет 30. 0 пишу, 3 запоминаю. Не забудьте, со сдвигом на один разряд влево. Это мы умножаем десятки. 5 умножить на 0 будет 0. Да еще 3, что запоминали, записываю 3. 5 умножаю на 9 – 45. 4530 десятков получилось при умножении данных чисел. А теперь умножаю сотни и записываю их со сдвигом на два разряда влево. 3 умножить на 6 – 18. 8 пишу, 1 запоминаю. 3 на 0 – 0, да еще 1. 3 на 9 – 27. 2718 сотен получилось в данном примере. А теперь сложим полученные результаты. 8, 4 плюс 0 – 4, 2 плюс 3 – 5, да и плюс 8 будет 13, 3 пишу, 1 запоминаю, 7 плюс 5 – 12, да еще 1 – 13, да еще 1, что запоминали, 14, 4 пишу, 1 запоминаем. 4 плюс 7 будет 11, да еще 1 – 12. 2 пишу, 1 запоминаю. 2 плюс 1 будет 3. Ответ – 324 348. 1029 умножаю на 374. Умножение начинаем с единиц. 4 на 9 – 36. 6 пишу, 3 запоминаю. 4 на 2 – 8, да еще плюс 3 – 11. 1 пишу, 1 запоминаю. 4 на 0 – 0, да еще 1, записываю 1. 4 умножаю на 1, получаю 4. 4116 единиц. Умножаю десятки и записываю со сдвигом на один разряд влево. 7 на 9 – 63. 3 пишу, 6 запоминаю. 7 на 2 – 14, да еще 6, получаю 20. 0 пишу, 2 запоминаю. 7 на 0 будет 0, да еще 2, пишу 2. 7 на 1 будет 7. 7203 десятка получилось при умножении десятков на 1029. А теперь умножаю сотни и записываю со сдвигом на два разряда влево. 3 на 9 – 27. 7 пишу, 2 запоминаю. 3 на 2 – 6. Да еще 2 – 8.
3 умножить на 0 будет 0. 3 умножить на 1 будет 3. Сложим полученные результаты. 6, 1 и 3 – это 4. 1 плюс 0 – 1 и плюс 7 – 8. 4 плюс 2 – 6. 6 плюс 8 – 14. 4 пишу, 1 запоминаю. 7 плюс 0 – 7, да еще 1 – 8. 3 сносим. Получили ответ. 384 тысячи. 846. 8503 умножить на 982. Умножаю единицы, то есть 2 на 8503. 2 умножить на 3 будет 6. 2 умножить на 0 будет 0. 2 умножить на 5 будет 10. 0 пишу, 1 запоминаю. 2 умножить на 8 – 16. Да еще 1 – получаю 17. Записываю. 17006 – это единиц. Умножаю десятки и записываю их со сдвигом на один разряд влево. 8 на 3 – 24. 4 пишу, 2 запоминаю. 8 на 0 – будет 0. Да еще 2 – пишу 2. 8 на 5 – будет 40. Пишу 0, а 4 пока запоминаю. 8 умножить на 8 – 64, да еще 4 – 68. 68 тысяч 24 десятков получилось при умножении 8 на 8503. А теперь умножаем сотни. При умножении сотен первый результат мы записываем со сдвигом на 2 разряда влево. 9 умножить на 3 – 27. 7 пишу, а 2 запоминаю. 9 на 0 – это 0. Плюс 2 – пишу 2. 9 на 5 – 45. 5 пишу, а 4 запоминаем. 9 умножить на 8 – 72. Да еще 4 – получаю 76. 76 527 получилось сотен при умножении 9 сотен на 8503. А теперь три результата складываем. 6, 0 плюс 4 – 4, 0 плюс 2 плюс 7 – 9, 7 плюс 0 плюс 2 – 9, 1 плюс 8 – 9 и плюс 5 – 14. 4 пишу, 1 запоминаю. 6 плюс 6 – 12, да еще 1 из памяти – 13. 3 пишу, 1 переходит в следующий разряд. 7 плюс 1 – это 8. Ответ – 8 миллионов 349 тысяч 946. 5007 умножаю на 716. Умножение начинаю с умножения единиц. 6 умножить на 7 – 42. 2 пишу, а 4 запоминаю. 6 умножить на 0 – будет 0. Да еще 4. Пишу 4. 6 умножить на 0 будет 0. Записываю 0. 6 умножаю на 5. Получаю 30. 30 042 единиц. Умножаю десятки и записываю со сдвигом на один разряд влево. 1 умножить на 7 будет 7. 1 умножить на 0 будет 0. 1 умножить на 0 будет 0. 1 умножить на 5 будет 5. 5007 десятков мы получили при умножении данного числа. А теперь умножаем сотни и записываем их со сдвигом на 2 разряда влево. 7 умножить на 7 будет 49. 9 пишу, а 4 запоминаю. 7 умножаю на 0 будет 0. Плюс 4 пишу 4. 7 на 0 – 0. Пишу 0. 7 на 5 – 35. 35 049 сотен мы получили при умножении 7 сотен на 5007. Сложим полученные результаты. 2. 4 плюс 7 – это 11. 1 пишу, 1 запоминаю. 0, 0, 9, да еще 1 будет 10. 0 пишу, 1 запоминаю. 0, 0. 4, да еще 1 будет 5.
3 плюс 5 – 8, 5, 3. Получили ответ 3 миллиона 585 012. 30 209 умножить на 245. Умножение начинаем с единиц. 5 умножаю на 9, получаю 45. 5 пишу, а 4 запоминаю. 5 умножаю на 0, будет 0. Да еще 4, записываю 4. 5 умножаю на 2, получаю 10. 0 пишу, 1 запоминаю. 5 умножаю на 0, получаю 0. Да еще 1, записываю 1. 5 умножаю на 3, будет 15. Получилось 151 045 единиц. А теперь умножаем десятки. 4 умножить на 9. Получаю 36. Записываю со сдвигом на один разряд влево. Пишу 6, 3 запоминаю. 4 на 0 будет 0. Да еще 3, записываю 3. 4 на 2 получаю 8. 4 на 0 получаю 0. 4 на 3 получаю 12. 120 836 десятков. А теперь умножаем сотни со сдвигом на 2 разряда влево. Пропускаем 2 клеточки. 2 умножаю на 9. 18. 8 пишу, 1 запоминаю. 2 на 0 будет 0. Да еще 1. 2 на 2 – 4. 2 на 0 – 0. 2 на 3 – 6. Сложим полученные результаты. 5. 4 плюс 6 будет 10. 0 пишу, 1 запоминаю. 3 плюс 8 будет 11. Да еще 1 – 12. 2 пишу, 1 запоминаю. 1, 8, 1 и еще 1 – получаю 11. 1 пишу, 1 запоминаю. 5 плюс 4 будет 9. Да еще 1 – 10. 0 пишу, 1 запоминаю. 1 плюс 2 будет 3, да еще 1 – 4. 1 плюс 6 будет 7. Получили ответ 7 миллионов 401 205. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить свои комментарии под видео.